Не буду. Дорогие юноши и девушки, по-другому вас назвать нельзя, потому что только такие молодые, как вы, каждый год, бросая все свои дела, все свои заботы, стремитесь явиться под зеленый дуб для того, чтобы встретиться с вами. Это очень хорошо, что дружба для вас много значит. Сегодняшний день – день особенный. Особенный тем, что вы целый год не видели друг друга, и сегодня будете вдоволь обниматься, целоваться, разговаривать, смеяться, а потом еще пойдете купаться, омываться в родной Медведице. Я считаю, что каждое наше купание можно считать крещением, что мы каждый раз снова крестимся для того, чтобы вернуться в следующий раз в свою Медведицу. Не забывайте, что жизнь коротка. Она летит очень быстро. Мы уже встречаемся 12 лет, как будто это так много, а на самом деле они пролетели незаметно. Не забывайте о том, что многие из нас, кто с нами вместе когда-то был, от нас уже ушли, и никогда мы с ними больше не увидимся. Вспоминайте их, не забывайте, потому что дружба, она должна быть святой. От всей души желаю вам сегодня повеселиться. День сегодня будет для вас прекрасным. Смейтесь, улыбайтесь, обнимайтесь, целуйтесь. Передайте все свои секреты друг другу. Не таите свою боль и свою радость. Потому что в этом и заключается истинная дружба. Желаю всем вам и вашим семьям, особенно детишкам, здоровья вам, здоровья и здоровья. А вам долгих лет и всей семье вашей благополучия, долгих лет и хорошей, счастливой жизни. Мне очень понравилось 2 года назад ваше желание встречаться каждый Божий год на этой земле, на нашей земле. Большая у нас страна. Но Родина у нас одна, она маленькая. Она всего лишь представляет собой село Дурасовку с окружающими ее лесами и 2 прекрасными речками. Не забывайте про наше любимое село. Любите его, хоть оно и стареет, и люди в нем стареют. Но вы, молодые, старайтесь не забывать, где вы родились, где вы учились, и люди были к вам очень добры. Приезжайте каждый год. Не надо бросать вот этих прекрасных встреч, вот этой нашей дружбы, наших прекрасных взаимоотношений.